Таня на Мопро. Таня отложила очки, хотим очки и заказать. Сейчас это правда. Да. Померяйте еще раз. Вдруг передумали? Нет, ну знаете, очень много людей, но вот это расслабили. Я такие еще мерила. Саш. Нет, хорошо. Да что для дома, это ж не для офиса перед начальником красоваться. А ну еще раз глянем. Очки хорошие. Симпатичные, правда? Поближе, да. Поближе. Нормально. Симпатичные очки. А ты не глубоко вот они сидят тебе? Не, нормально. Ты нормально? Да, переносится нормально. Смотрите, вариант. Рекламируют солнцезащитные очки. Вот, 36 рублей, оденьте. Посмотрите, вот здесь. И говорят, что вот Тане будет очень красиво. Я только мужу своему верю. Да. Мне кажется, на мое маленькое личико не большеватое. Я чувствую. Сейчас мы померяем другой вариант. Да-да, есть такое. Большеватое, серьезно, вот чувствую даже. Прощупаем вариант. Ну, как, прощупаем? Да, прощупаем. Да. Прощупаем, хорошее слово. Пощупаем, прощупаем. Ой, это надо шляпу красную. Берите очки. Чуть-чуть вот красненького не хватает вам в вашем таком очень тихом. О, видите, все. Эти лучше, я чувствую. Смотрите, как стильно, да? Прямо Мадонна. Отойдите вот зеркальце, посмотрите. Камеру убрать. Класс. Ага, сейчас. Квитанцию подпишите. Классненький. Классненький. Ну, вот эти очечки вообще супер. Вчера женщина нас взяла, прямо мы восхищались, как они красивые. И эти вот красивые. С беленьким можно, посмотрите, какие вообще. Коллекция. Покажите, лица. Вот реклама у нас, YouTube-канал. Да? Придут к вам еще и раскупят, и я не успею. Большие на него эти, сюда. Но эти тоже большие. Красиво? Большеваты. Эти чуть-чуть дороже. Нет, они не большеваты, но они чуть-чуть чувствую, дороже. Как-то вот дороже. Вот. Они немножко коррекцию лица делают, снимают вот так вот, подтягивают. Конечно. Сейчас я распишу. Это корректирующие очечки, понимаете? Ага. Форму лица надо корректировать с возрастом. Форму лица корректировать с помощью очков? Да, да. Это вот. Как? Ну, так продавать, так и надо. Нет, а реально, когда уже... Вот почему мы... Вы меня пытаетесь тут снять. Косметический салон, я там понимаю, там откорректируют. Да. Где адрес такой? Смотрите. Классика. Эти больше. Это классика, они более обтекаемые, снимают больше бликов, убирают с боковин. И эти красивые. Ну, это мне СССР напоминает. Вот эти, да. А вот эти уже элегантные. Эти элегантные. А мне, знаете, есть беленькие были. Беленькие вот. Ко всей одежде. Вот это беленькие. Ну, посмотрим. Эти чуть-чуть дороже. Нет. Вот как раз-таки вот это вот прозрачное, оно создает определенную такую симпатичную. Нет. Нет. На воду ванечка не было. Причем я ничего не использовала. Первое. Второе. У меня была собака, вот плеш поставляла вот на газоне, лапы где-то там что-то зароет. Сейчас все зеленое, оно, травка сеется самостоятельно. У вас, может, газонная трава? Газонная, да. Газонная. Не трава по пояс, а у нас такая. Нет, она реально колосится. Колосится, газонная трава. Но одуванчики была проблема номер один. Я каждый год мучилась. Вот, срываешь, обрабатываешь, выковыриваешь это все. А от соседа летят? Ничего. Наверное, вот это рост травы. Газонная трава, она убивает сорняки. Она не дает им расти. Но, тем не менее, росли до этого. Годами росли и бесконечно. То есть я в этом году не обрабатывала. Ничего. И ничего. Сейчас вот она колосится, сеется самостоятельно и растет дальше. И решается вопрос облагораживания газона, реально. А у вас сколько соток? Ну, у меня большой, 14 соток. Собака сейчас уже старается не бегать, ходит по дорожкам, потому что в траве такой не гадит туда. Я так и чувствую. И получается, ну, у нас такого нет. У нас дачные коты, у нас медведки, короче, у нас все по-другому. Ну, так, ну что еще рассказать? Были мы в Копейке. Купили. Сейчас она покажет, что купили. Baby Mix. Смесь овощная, быстро. Ну, одним словом, капуста тут. И цветная, еще и не цветная. Всякая. Стоит это? 3,60 или 3,70. Сколько там грамм? 300 или 400? 300, наверное, или 400 грамм. Небольшой пакет. Одним словом,
Идем. Вон уже маму вижу на скамейке сидит. Ждет, наверное. Еще холодника налили. В баночку. Вон что люди делают, гляньте. Ландшафтный дизайн. Красиво, молодцы. Это, я так понимаю, горка альпийская. Угу. Альпийская. Привет. Здрасте. И котенька здесь. Котя, привет. Здоровье. Ой, если бы оно было. Холодничок. Кот заглядывает в холодничок. Всем привет, всем добрый день. Мы на даче и решили сделать генеральную уборку. После зимы помыть окна, постирать занавесочки. Все как положено. Пропылесосить, дорожку просушить, постельное белье, одеяло повыбивать. Так, Саша? Ну, работы. Да. Ну ничего. Санек, я хочу, может, знаешь что? Сейчас дорожку надо почистить. Ну так. Перестановочку немножко небольшую сделать. Душ поставили мы, летний душ. Все комплектуем, чтобы можно было уже прийти и ночевать. Помыться немножко. Говорю, хочу перестановку сделать со столами. Газ-плиту, может, туда в угол, а стол ловите. А что ты хочешь? Временно. Газ-плиту поближе туда, в угол? Да, сюда стол. Какой стол? Стол, наверное... Вот этот? Да. А телевизор где будем ставить? Телевизор? В угол надо. В угол, да. Найдем куда. Ну вот. Очередное. Какой у нас Гаргара, его на стену-то не повесишь. Очередная, правда? Непонятка. А? Как всегда, да. А, ну вот, да. Решил притянуть. Я уже рассказывал, наверное, что одним словом узнал. Забрал у мамы телевизор и думаю, надо посмотреть информацию про кинескопы. Вот телевизор с электронно-лучевой трубкой, оказывается, проще хранить на той же даче. Не надо его перевозить, там каким одеялом закутал. И кинескоп этот приспособлен, ну, в общем-то, выдержит температуры, которые у нас есть, минусовые, ну, плюсовые тем более. А вот современные телевизоры уже нет, их нельзя оставлять на даче, их надо увозить. Мы раньше этот ноутбук привозили, телевизор. У нас вот этот телевизор маленький, это наш телевизор, цветной, он стоял на кухне. Мы его потом отнесли к Галине Степановне на хранение. Он там стоял. Ну, в общем, решили привезти его на дачу. Пусть он нам здесь послужит. А уже с кухни, которая у нас там стоит, мы его сюда тащить не будем. Он уже тоже с кухни старый, но он более современный, ну, с этой, да. Как я говорю, плоский. Но, одним словом, что-то будем перестановки какие-то делать. У нас тут газетка есть, мне бы подать газетку. Сейчас, одним словом, все, начинаем уборку. Ну все, веревки повесили, можно стирать белье, называется, да, Тань? Я говорю, веревки повесили, можно стирать белье. У нас машинка есть. Ой, носок потеряли. Носок потеряли. А я сейчас думаю, где носок, пока шла, потеряла. Ты не видела отвертки, которые я приносил тебе сказала, в хату? На печке. Спасибо. Ну так. Сейчас уже душ доделаем. Как всегда, планировал одно, пилу не привез. И старый вариант будет. Сейчас рейки прикреплю. Сюда вот. Так. Вот так. И натянем. У нас есть ткань такая, которая воду не пропускает. Ну и хватит, нормально будет на лето. Бантик. Это и бантик, и фантик у нас. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди, кс-кс-кс-кс. Иди. Кс-кс. Фантя. Иди сюда. Фантя, иди сюда. Фантик. Фантик, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Фантик, иди сюда.
пахнет. Боишься? Нет, не боюсь. Ура, ура! Наконец-то я постирала. У меня по плану помыть окна, постирать занавесочки. Погода солнечная, прекрасная. Они у меня сейчас быстренько-быстренько высохнут. Температура воздуха. Температура воздуха за бортом. Ой. Ты спички мне принесла. Да. Сушим ковровые дорожки, повыбивали. Еще пропылесосим. Так. Ну что? Красота. Ох и красота у нас. Санек, что ты робишь? А? Душ. Душ? Сколько у него тут всякого инструмента. Сколько добра всякого. Загорать уже хочешь, да? Загораешь? Сгоришь сегодня, пекло такое, что вообще, а может и нет. Он уже не один раз загорал. Так. Как хорошо у нас, как в деревне. Да, Санька? Уже бак Саша набрал водой, заполнил. Сейчас стены сделаем. И все, душ готов. Переселяйся и живи. Самое главное, чтобы в домике было чистенько. И душ был, больше нам ничего не надо. Вода. И где покушать и поспать, отдохнуть. Есть у нас туалет, есть. А, да, есть у нас. Но мы вам не скажем и не покажем. Покажем, покажем. Яблонька. Ну что, все, небо чистенькое. Погодка сегодня классная и хорошая. Такой ветерок. Не пеклище, что вообще дышать нечем. А солнце с ветерком. Ирга уже скоро поспевает. Многие не знают, что такое ирга. Вот, смотрите. Она еще чуть-чуть будет покрупнее. И будет ирга. И будет ирга. Что-то она у нас такая нормально загущенная. Ее надо проредить, Саш. Нормально. Нормально? Ладно, все. Так, чужой кот пришел. А ну иди домой. Иди, иди, у тебя на той улице дом. Иди быстро. Пшит. Иди, иди отсюда. Иди отсюда. Все. Мы сегодня с тобой не дружим. Иди домой, иди. Побежал. Сейчас Монтик придет, тебе врежет. Соседи у нас сегодня. Вон у них какая красота. Что-то их не видно. Видно, в домик зашли. Так, ладно. Цветочки. А где-то у меня еще голубой был. Не знаю, где он. Ирисы. Вот желтенькие, какие-то у меня еще голубенькие. Бледно-голубенькие были. Может, еще не выросли. Так, ладно. Ну что? Все, пошла я. Глянь, сколько лучше. Иди сюда. Да. Алычи. Вон она уже вся в паутине. Ее надо обрабатывать. У нас как оливки растет. Как оливки. Видишь? Эти сволочи. Сейчас все испортят. Конечно. Но это все надо химией обрабатывать. Все надо обрабатывать химией. Меня хватит. Все. Вот что будет, и нам хватит. Не хочу эту химию. На базаре химия, в магазине химия, еще и на огороде химия. Ладно, побубнили и все. Пойдем душ делать. Пойдем. У нас хорошо, сегодня чисто. Помыли окна. Помыли полы.
Ну так, с большего, как я говорю. Один пылесос поломался. Я пытался что-то с ним сделать еще с 72 года, но нет, уже даже не буду пытаться ни разбирать, ни смотреть, что там такое. Просто тупо кое-чего там, кое-чего все равно откручу с него. Как же ж так, просто выбрасывать. Еще есть один пылесос. Это от мамы наследство еще. Пылесос старый. Есть еще Танин пылесос. Есть еще. Еще есть у нас. Пылесосов много. По мере того, как они выходят из строя, мы их выбрасываем. Так, ладно. Что с душем? Ты уже ела только что. Что с душем? Хантя, тебе хорошо. Это уже подсохло, Танины шторки, висюльки. Ну вот, где-то так. Надо еще... Снутри-то я сделал крючочек, а снаружи, видите, как закрывается. Заходим. Нормально. Косо, криво. Лишь бы выполнял свою функцию. Все. Крючочек есть. Это вот дырочка. Можно говорить, привет. Скоро выходишь. Да, да. Тут еще есть дырочка. Ничего, я ее как-то там планку прибью, чтобы Таня не волновалась. Ну и все. И можно мыться. Все работает.